Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российское правительство планирует внедрить новые требования к безопасности пеших участников дорожного движения. Их выполнением должны будут озаботиться местные власти и дорожные службы. К примеру, речь идет о том, чтобы вблизи нерегулируемых пешеходных переходов снизить максимальную скорость движения транспорта до 30 км в час. Обустраивать нерегулируемые переходы на дорогах с количеством полос более 4 будет запрещено. Кроме того, речь идет об увеличении количества лежачих полицейских, светофоров с кнопкой и камер, которые штрафуют за непропуск пешеходов. Трасса 101. Компания «БАИК» в ближайшие месяцы собирается привезти в Россию рамный внедорожник BJ-60. В Китае автомобиль стоит, если переводить на рубли, около 3,5 миллионов. Выпускается он в 5 либо в 7 местном исполнении. В качестве силового агрегата используется 163-сильный турбодизель, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Машина оснащена жестко подключаемым полным приводом и пониженным рядом передач. В отделке кузова использовано большое количество хромированных деталей. Трасса 101. Еще один люксовый электромобиль начали поставлять в Россию из Китая по схеме параллельного импорта. Стоимость Рисинг F7 составляет порядка 6 миллионов рублей. Модель позиционируется как зеленая альтернатива Audi A6 и Mercedes-Benz E-класса. Лифтбэк укомплектован 340-сильным электродвигателем, который способен разогнать его до 200 км в час. Первую сотню авто набирает менее чем за 6 секунд. На одном заряде тяговой батареи можно преодолеть расстояние в 600 километров. Трасса 101. А Toyota Corolla, которая в течение долгого времени являлась самым продаваемым новым автомобилем в мире, уступила пальму первенства Tesla модель Y. В конце лета электрокар приобрели 760 тысяч жителей планеты. Это почти в 2 раза больше по сравнению с показателем годичной давности. На третьей строчке разместился Ford F-серии. Кроме того, в топ-10 попали Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Toyota Camry, Chevrolet Silverado, Toyota Hilux и Tesla модель 3. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».